Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. С вами Айка Эмили и очередной мукбанг. Статистика мне говорит о том, что 40% моей аудитории смотрят меня без подписки. Это, естественно, меня расстраивает. Я хотела бы в начале видео попросить вас, если вы все равно смотрите мой контент, мне будет очень приятно, если вы нажмете на эту красную кнопку и сделаете ее серой. Мне будет просто супер приятно. А сегодня у нас мукбанг из двух доставок, то есть я два раза вниз спускалась, реально два раза заплатила за доставку. Это у нас Макдональдс. Из Макдональдса я хотела чисто наггетсы, потому что я больше всего люблю их. Если честно, в последнее время не так часто кушаю в Маке. За 9 наггетсов всего-то навсего я заплатила 8 манат. На самом деле это, на мой взгляд, очень дорого. Дальше у нас здесь лапша вок я взяла с креветками, она намного вкуснее, так пахнет и приехала прям горячая. И еще роллы, это спайсы с креветками, здесь наверху прям такая, знаете, достаточно крупная креветка, как я и хотела. Обожаю креветки, вот прям в любых их проявлениях, в разных блюдах, это прям самое мое любимое. Дальше здесь у нас мне прям весь рот в слюнках, так хочется кушать. Хотя я не очень голодная на самом деле, но вот именно вот это я прям сейчас очень хочу. Здесь у нас напиток, это, по-моему, айс-ти, манго и ананас. Так, давайте сразу откроем. У меня на самом деле сейчас, в последнее время, насколько вы знаете, немножко проблемы с зубками. Я ставлю виниры, у меня сейчас стоят временные зубы. Я не знаю, насколько аппетитно я буду кушать, но в любом случае я постараюсь сделать это максимально красиво. Это новое какое-то заведение. Так, я сейчас быстро за салфетками обратно. Наверное, уже где-то с 10-го раза я начинаю это видео. Каждый раз флешка меня подводит. Твиксик у нас просто обожает наггетсы. Мне в комментариях писали, не давай ему, ему нельзя. Ну, хочет, он прям обожает. Как только почувствовал запах, все. Его не остановить. Уже везде висят новогодние гирлянды, новогоднее настроение. Я вот думаю, стоит ли снимать видео о подведении итогов 2023 года. По идее, ничего такого глобального, суперинтересного не произошло в моей жизни. Вообще год был достаточно сложный. Я, наверное, сегодня не очень эстетично кушаю. Это все связано с зубками. Я думала, я вообще мукбанги не смогу снимать, потому что у меня сейчас стоят временные зубы. И все должно было быть намного быстрее. Просто я заболела. Мне 10 я кашляла. А как с кашлем идти к стоматологу и с открытым ртом там сидеть? Ну, понятное дело, невозможно. Поэтому так получилось, что я все это время прозевала. А сейчас уже праздники, и определенный период я буду с этими временными зубами, а с ними очень удобно кусать вот так. Я могу это сделать, я просто боюсь, что они сломаются. Поэтому несколько дней я прям сомневалась, снимать ли мукбанг или не стоит. Взяла кисло-сладкий соус и сырный.
сырный соус раньше был от Heinz. И был намного вкуснее. Твиксик уже доел и просит добавки. Короче, в жизни все налаживается. Не могу пока что сказать, что я прям встретила любовь всей своей жизни. Но в моей жизни появился человек, который за мной ухаживает, с которым мы общаемся. Не обращайте внимания, это мои соседи. Человек серьезный. Но пока что мы как бы не так хорошо друг друга знаем. Поэтому сейчас мы на этапе того, что узнаем друг друга. Что там дальше будет, покажет время. Но в любом случае, сейчас, на данный момент, я счастлива. Все прекрасно. Вообще удивительно, как меняется жизнь. В прошлом году в это время я была, можно сказать, в депрессии на самом деле. Очень сложный период в моей жизни был. Именно конец 22-го года для меня был достаточно сложным периодом. Но все поменялось, как вы видите. Сейчас все замечательно. Так, по секрету вам скажу, мне уже сделали предложение. Ну, такое. Вот просто я думаю, пока что рано как бы, хотя бы до лета мы должны друг друга узнать и сделать выводы, вообще подходим мы или нет. Как это вкусно. Обожаю. Просто обожаю. Жалко, вы его не видите, как он здесь облизывается. Креветочки, кстати, он не очень любит, а вот именно наггетсы – это его прям слабость. На. Что вам еще рассказать, я даже не знаю. Я вам сказала во влоге, кто это. Это муж. Муж Теннису. Это коллега мужа Нармина. Вот. И мы потихоньку просто узнаем друг друга. Если у нас все будет хорошо, возможно, мы поженимся. Вот так. Не узнав человека, просто на бум выходить замуж, это немножко тоже странно для меня лично, точно. У нас очень часто такое бывает по договоренности. Например, родители близко общаются, и дети женятся. Это я считаю не совсем правильным. Я бы точно не смогла выйти замуж по рекомендации моего отца. Мне обязательно самой минимум, наверное, год нужен, чтобы узнать человека. Минимум год, я думаю.
Очень вкусно. Я читала все комментарии, мне в Инстаграме очень много девчонок писали. И мне настолько приятно, что есть люди, которые настолько переживают, радуются тому, что у тебя в жизни там что-то налаживается, что-то хорошее пишут, дают какие-то советы, переживают и так далее. Мне просто хочется вам сказать, что я это очень ценю. Я это читаю. По возможности опять флешка дает какую-то ошибку. Какую, я так и не поняла. В общем, когда мы только познакомились с Нарминой, я думала, как она может не знать эти элементарные вещи. У нее просто все эти вопросы решает муж. Он разбирается реально в любой просто отрасли. Задай ему любой вопрос, он тебе ответит. Очень меня подводит моя флешка. Я ее купила где-то год назад. И она вроде классно служила мне. Но сейчас в последнее время очень сильно барахлит. Причем барахлит только на этой камере. Эта камера, она у меня очень капризная. Не каждую флешку принимает за свою. Наверное, все-таки на компьютере у меня есть какой-то вирус. Потому что со временем все мои флешки отправляются в урну. Хотя я их время от времени форматирую. Но все равно такие казусы у меня постоянно бывают. Кстати, вот еще под мукбанком про день рождения Нармины одна девушка написала, как можно больной идти на день рождения, просто потому что завидуешь людям, которые там тусят. Я согласна. Идти больной совершенно неправильно, потому что можно заразить и других гостей. Вот. Но я просто пошла туда чисто поздравить ее буквально на 15 минут. Нармина немножко расстроилась, что я не пришла. Вот поэтому в последний момент я решила прийти. Приехать с цветочками, поздравить. Я просто подарила денежку. Потому что не успела купить подарок. Да и вообще, если честно, мне кажется, очень сложно угодить человеку. Лучше подарить деньги. Человек уже сам выберет для себя подарок. Если, конечно, ты человека знаешь очень хорошо, ты можешь попасть. Я сначала хотела ей купить косметику, но у нее такое изобилие разной косметики, так как она визажист. Я даже не знаю, какие палетки ей нравятся, какие нет, какие у нее есть, потому что у нее очень много действительно косметоза. Мне, например, очень нравится косметика Color Pop, особенно их тени. Я как-то, знаете, намекнула, такая говорю, вот классные, да, палетки у Color Pop. Я хотела сделать заказ, ей подарить на день рождения и себе что-то заказать. Она говорит, нет, мне вообще не нравятся их тени. Я бы за эти деньги купила что-то другое, например. Поэтому я долго думать не стала, я просто подарила деньги. Не знаю, как-то я недовольна этим мукбанком. Мне кажется, как-то не очень аппетитно получается. Все из-за зубов. Я вот кушаю, я смотрю на себя, так как у меня камера-зеркалка, и как-то не очень аппетитно получается. В любом случае, вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. А я постараюсь закончить зубы и потом уже продолжу снимать для вас мукбанки. Всех люблю, с вами была Айка.